Завтра мы на микроавтобусе Хайс едем до Бессахара сперва. Бессахар — это достаточно крупная деревня, докуда есть относительно нормальная дорога. Там нас выгружают, микроавтобус уезжает обратно в Катманду. Там мы пересаживаемся на джипы уже местные и едем до Чаме. Дорога у нас завтра длинная и сложная. На самом деле до Бессахара это фигня, это 6 часов. А дальше из Бессахара до Чаме это уже как пойдет, в зависимости от состояния дороги. Но приедем мы уже сзади. И поставил. И потом ходишь, а ты живешь в автодиле. Ходишь потом всю жизнь.
гору все обогнуть вот так. И там чуть слиться, и уже прийти. Что, и это все? Они там керосинка, и в общем на этой керосинке пикачу чай по 200, если не ошибаюсь, рупий за чашку, но тем не менее можно. Тем не менее чай есть? Да, чай есть. Вот такие захотеть. Не знаю, мне почему-то они так нравятся. По 200 рублей. А здесь? Ну, здесь, ну не важно, ну, здесь ну, наверняка не сильно 400. Дороже. 400? Нет, 200, я не знаю. 250. Я пошутил. Да-да. Базовый лагерь Тилича. Вот он, базовый лагерь Тилича. И вот мы завтра пойдем. Сюда вот это, в принципе, такой, ну, нормальный такой день. Короче даже. Короче, чем вчера. Ну вот. И на следующий день у нас задача подняться вот из базового лагеря вот сюда вот на эту точку, отсюда видно Тилича, вот здесь ледник, все красиво. Потом спуститься в базовый лагерь, забрать вещи и спуститься на полпути, Шрикарка. Вот Thank you.
Вчера. Да. Так, да. Да, мы тут раздеваемся. Тепло слишком. Жара. Так, это Саша. Это мне. Ну и закрой пока, оставь. Типа тинбэй. Кто заказал тебе скелет? Мы заказываем. Чиз омлет. Чиз омлет. Вы два чиз омлета. Чашки. Я анкету, я смс с сайта просматриваю. Есть у людей, ну как бы, как у всех, да, а у некоторых есть необыкновенные моменты. То есть он не профессионал, он просто делает отчет и все. Ну что ж, это наши апартаменты. Наш отель, я думаю, на миллиард звезд на высоте 5000. С видом на Анапурну. Насколько тут видно хорошо, да. Вид бомба.
перевал. 16. Хорошая погода. Легко поднялись. Все здорово. Только не все еще поднялись. Ждем. Ждем остальных членов нашей команды. На самом деле, да, конечно, кто живет, кислорода мало, потом я вот сам живу, сколько сейчас, 2 месяца. Сейчас не слышу, я буду бегать. Thank you.